зашли в театр. Это театральный дворик, который вы знаете по моим видео, с фонариками. Со скульптурами. Держи. Ну вот мы сейчас будем заходить. На меня сними. Ничего не нажимай, просто держи. Ничего не нажимай, наверное, нажимай. Вот там, когда входим, А я знаю. Это тот барчик, в котором я летом отдыхала, только я отдыхала во дворе. А сейчас это с внутренней стороны. Кажется, мы опаздываем. Мы только кофе собираемся пить. Мой супруг меня ищет. Ой, я знаю, мы опаздываем. Люди уже все идут в зал, а мы только кофе пьем. Нет, 9 место, 13-4. Какой ряд? 9. 9. О, у нас 9 ряд, товарищи. В общем, нарушаю, немножко я охрипла, я немножко простудилась, нарушаю правила
принятые сейчас. Сейчас же не принято, чтобы сумочка совпадала с туфельками, а у меня совпадает тютелька в тютельку. Очень люблю эту люстру, красивая. Вообще люстры – это моя слабость. В театре, как обычно, аншлаг. Даже на третьем этаже сидят.